Один день скидок во всех буйных универмагах столицы пройдет 29 листопада. Набыть нехорошовые товары во универмагах в Беларуси в гандлёвым доме на Нямизе можно будет на 20% таней. ЦУМ пропонует своим покупникам скидку 17%. У першиню до распродажи долучится и гандлёвый центр столицы со скидками от 15% до 90% на ювелирные выробы, мужчинское и женское одеяние, обуток, детячие товары. Дальше сэкономить на покупках у гэты день смогут и жыхары Минской области, универмаги районных центров долучатся до одиного дня скидок.